Как ему удалось это проделать? Пора раскрыть секреты. В самом начале трюка на сцене появляется маг, одетый в живописный костюм приговоренного к публичной казни. Под капюшоном спрятан дубликат маски, надетый поверх уже хорошо известного нам атрибута фокусника. Со стороны кажется, что ассистентки помогают чародею занять место у гильотины, но на самом деле они относят туда фальшивую голову и каркас. В платформе есть потайная откидная панель, которая помогает маэстро сбежать. Теперь он может опуститься в отверстие и проскользнуть вниз по жёлобу, вмонтированному в лестницу. Здорово придумано. В самом низу лестницы маг выбирается из укрытия незамеченным. Пока фальшивое тело опускают на место, фокусник надевает костюм палача и забирается обратно на платформу. Вот и все. Смертоносное лезвие обезглавило манекен, а на человеке в маске не осталось и царапины.